Добрый день, Денис Владимирович. Добрый день. В этой студии в разные годы вы были в разных должностях. От первого секретаря райкома БРСМ до начальника управления спорта и туризма облсполкома. Как понимаю, нынешняя должность не стала кардинально новой сферой деятельности. С одной стороны, да, потому что до начальника управления спорта и туризма я был замглавы администрации по социальным вопросам Центрального района города Гомеля и вопросы идеологии, культуры, молодежной политики, религиозных моментов и деятельности общин, они, конечно, входили в мою компетенцию. Работа в управлении спорта – это своеобразная тоже идеология. И на сегодняшний день от результатов работы управления зависело и зависит в том числе и настроение населения. Мы говорим сегодня о выступлении наших спортсменов на соревнованиях, на олимпиадах, на чемпионатах страны, мира и так далее, Европы. Поэтому фактически далеко я никуда не уходил. И я думаю, что хоть и большой промежуток времени я занимался конкретно определенным направлением, я смогу не то что наверстать, а быстро войти в курс и, соответственно, включиться в работу. Говоря про развитие молодежных организаций и, в частности, самой крупной союза молодежи, какой должна быть организация в будущем, какой требует уже сейчас ее быть молодежь? Вообще, не только, наверное, это касается Белорусского республиканского союза молодежи, а любой молодежной организации, которая сегодня действует и работает на территории страны и Гомельской области, в частности, должны быть идеи, должно быть четкое понимание тех задач, которые организация молодежная перед собой ставит. Ну а если мы говорим сегодня о самой крупной молодежной организации, она, конечно, должна быть в авангарде, она должна быть впереди. И вот эти идеи, про которые мы говорим, их не просто набросать, да, и сказать нам вот этого не хватает, мы вот этого хотим, а на самом деле стать во главе реализации той или иной идеи. Потому что когда мы говорим о конструктивной работе любого молодежного формирования, мы должны прежде всего понимать, что молодежь надо слушать, молодежи надо помогать, молодежь должна быть задействована, она должна чувствовать свою значимость и надобность, но наша задача сегодня создать условия, а в нашей стране, я считаю, что условия для самореализации молодых людей созданы, их очень много, но здесь уже дело за молодежью. Еще одно направление для разговора – историко-культурное наследие. Какой видите судьбу объектов, которые годами ждут реставрации и помощи нынешнего поколения? В Гомельской области более 860 историко-культурных объектов, ценностей, да, которые представляют на сегодняшний день КЦ, как мы называем. И, конечно, с одной стороны, может быть, это немного, и с другой стороны, это наша история, которая должна быть сохранена для потомков. И надо отметить, наверное, что за последние годы вообще восстановлению со стороны государства довольно-таки большое внимание уделяется. Не буду ходить вокруг да около, скажу только то, что благодаря усилиям облсполкома и заинтересованных в этом году мы закончим реставрацию усыпальницы. А это, поверьте, наверное, один из основных и интереснейших объектов Гомельской области, города Гомеля. Это визитная карточка, и я думаю, что любому интересующемуся историей либо туристу покажи фотографию усыпальницы, люди сразу вспомнят ассоциации, где мы это видели. И, конечно, это станет достоянием, он будет открыт для посещения. И таких объектов в следующем году тоже будет довольно-таки, ну, скажем так, большое внимание уделяться таким объектам. Мы в следующем году закончим и введем в эксплуатацию стоянку первобытных людей в Юровичах. И это объект, который тоже известен каждому белорусу по учебникам истории, и он будет доступен для туристических групп. Мы
продолжим реставрацию объектов, которые на сегодняшний день, опять же, находятся в тех же Юровичах и в городе Гомеле, в Мозыре и другие объекты. Я не буду сейчас называть суммы, потому что любой объект такого плана, он намного сложнее в реконструкции и восстановлении, чем строительство либо реконструкция просто объекта. И ему предшествует большая довольно-таки работа. И нельзя просто сходу взять и начинать что-то там красить, штукатурить. И любой историко-культурный объект, объект историко-культурной ценности, это большая, тяжелая работа подготовительная. И надо к чести сказать специалистам Главного управления идеологии культуры по делам молодежи. Люди не сидели на месте на протяжении многих лет. Работали над тем, чтобы шла разработка проектно-сметной документации, чтобы были согласительные документы, чтобы сохранить вот то великолепие. 2020 в Беларуси, год президентских выборов. Спрошу так, не за кого, а за что на них будет голосовать главный идеолог области? Я буду голосовать за будущее, я буду голосовать за стабильность, я буду голосовать за сильную власть, я буду голосовать за то, чтобы мои дети понимали, что они живут в спокойном государстве и могли развиваться в нем, учиться, получать образование, заниматься тем, что им нравится. И я считаю, что вот предстоящее политическое событие – это определенный вызов, да, и обществу в том числе, для того, чтобы все-таки определиться со стратегией дальнейшего развития государства. И в данном случае мы не просто выбираем человека, мы выбираем того человека, за которым мы все пойдем. И мне кажется, что прежде чем каждому сделать выбор, надо все-таки подумать и посмотреть, оглянуться назад. Спасибо за это интервью. С наступающим. Успехов в делах и с наступающим. Спасибо.